Всем привет, уважаемые подписчики, просто зрители моего канала. С вами снова я, Зе Динозавр, и я начинаю уже 47-ю часть игры Let's Play Unturned. И я в очередной раз начинаю поиски лута вот в этом вот городишке симпатичном. Ну как симпатичном, ну нормальном, в общем, городишке. Ну что ж, стоит, наверное, сказать, напомнить, что в прошлом выпуске я взорвал машину, которую вы видите перед собой, а потом, ну, как это сказать, в одно и то же время я отгонял зомби, я их отогнал, сейчас я немножко укреплю вход, чтобы было посложнее зомби пробраться. Мне легче, потому что я-то могу прыгать через окна, они не могут. И, в общем, как-то так. Ну что ж, ищем, пока я нашел вот только лук. Наверняка с одной стрелой больше не бывает. Вот. Неплохо было бы, если бы ввели колчан там, я не знаю. Хотя, в принципе, смысла нету, если стрелы идут все равно вместе. Ну или как-то бы их соединили, неразлучно сделали патроны вместе с пистолетом там, не знаю. Хотя, в принципе, это реалистичнее, потому что другой магазин, например, для пистолета, он же, если их, например, два, их же не получится хранить оба в одном пистолете. Один по-любому будет где-то должен лежать. Ну ладно, это так, мечты небольшие. Так, давайте-ка, наверное, возьмем одежду, потому что одежды у меня нету. Давайте вот возьмем, пожалуй, оранжевенькую. Нужно хоть какой-то, чтобы позитивчик был. А то в условиях постапокалипсиса не очень. Зомби-апокалипсиса не очень. Это хочется вот надевать вот пиджаки там, не знаю, офисные. Так, ну что еще тут есть? Ну тут, в общем-то, ничего особого не бывает. Картошка валяется. Похоже, города тут больше похожи на какие-то лагеря детские, пионерские там, все такое. Так, ну я так и думал, что повар один остался, они всегда остаются, они не видят кипиша, который происходит в центре города. Вот. Итак. Так, что у нас тут? Тут у нас что? Где у нас тут? Надеюсь, меня зомби не почувствует сквозь стену. Хотя это возможно, в принципе. Вроде как было у меня такой случай. Хотя, возможно, я не был не рядом со стеной. Не за стеной прятался, а возле окна стоял, и поэтому зомби меня заметил. Итак, ну что ж, осталось еще совсем немного обыскать дома. И я закончу поиски. Ну, в общем-то, это логично. Что-то я чушь несу какую-то. Так, ну что? О, катана! Катану люблю. Я обожаю катану. Она прям, наверное, самая лучшая. Но еще есть мачете. Мачете тоже хорошая штука. Я как-то с ней ходил. Это мое первое холодное оружие здесь было. Ну, может быть, после ножика. Потому что, ну, ножик это другое совсем. Вот. Ну им, конечно, можно убить, но это, ну, просто ножик и ножик, мясо там порезать, хлебушек и все такое. Что-то я фигню сказал какую-то. Так, еще один дом у меня, пару домов, еще военная палатка. Так, здесь клюшка для гольфа, только ничего такого особого нету. Так, следующий дом. Так, нет, здесь я был. Так, а тем временем наступает уже ночь, скоро наступит ночь. Так, опять клюшка для гольфа. Гольф-клуб называется. О, еще одна пушечка.
Так, так, так. Что у нас? Так, здесь я был, что-то я запарил. Что ж, наверное, самый лакомый кусочек — это военная палатка. Это как лотерея. Либо там что-то вообще офигенное будет, либо там не будет ничего. Хотя я там нашел канистру с бензином и песок. Ну, песчаный мешок, я его уже поставил. Сейчас возьму канистру с бензином. На берегу стоит машина пустая, зато целая. Пустая, в смысле, бензина нету. Зато целая. Ее заправлю, все будет отлично. И поеду. И помчусь. Так, тут травленная еда и фонарика. Здесь, в комнате. Заборчик. Заборчик, я думаю, стоит взять. Его тоже можно поставить. Еще как одна дополнительная преграда для зомби. Думаю, будет неплохо. Что ж, наверное, стоит отправляться в дом. Только сейчас закончу. Так, берем канистру. Канистру не помешает. Я думаю, наверное, стоит даже, возможно, я ночью уже поеду куда-нибудь, потому что целую ночь шляться по городу, по пустому, не зная, чем заняться, это, конечно же, может быть и разумно в плане выживания, но неинтересно будет. Вот так вот ходить, светить фонариком, включать его, выключать, смотреть, как догорает машина, пытаться что-нибудь сломать катаной, но видеть только кружочки. Итак, сейчас поставим сейчас досочки. Это у меня уже есть на окне, чтобы, ну не знаю, зачем на окне. Потому что, в принципе, зомби через окна не лазят, не залезают никогда. Они только через проход, но проход они прорубают. Если толпа за мной побежит, то мне считанные секунды, чтобы забежать в дом. Зря я поставил мешок с песком. Это на проходе, там, где на второй этаж ведет. Потому что это меня самого замедлит. Пока я буду идти, толпа, если зомби, то они быстро это съедят, за считанные секунды съедают, если много их. Так, ну что, куда поставим? Давайте сюда, самый оптимальный вариант. Да. И пойдем наверх, пожалуй, посмотрим, что у нас там имеется. Больше на окна не будем ставить. Так, школьный рюкзак. Я вот не уверен, что он лучше, чем рюкзак путешественника, хотя не знаю, в общем, мне кажется, он больше, но все равно стоит проверить, мало ли что. Да, рюкзак путешественника, он получше. Так, а где он, куда он пропал? А он, видимо, остался лежать. Да, он лежал на полу. Давайте его оденем и отправимся. Ставим рюкзак школьный здесь и отправимся наверх. Ну что ж, немножко статистики, пока заняться нечем. 50% здоровья, 33 голода, 47 жажды и 20 заражения. На втором этаже с полезного может быть только магазин для пистолета, но пистолета у меня нету. У меня есть покруче пушечки, лук. Ну, лук он так. Так, как это... упрощает немножко убийство. Что-то среднее между ножиком и пистолетом, наверное, как-то так. Хотя я не знаю, может, если прокачать, тут можно силу свою прокачать, силу удара, то тогда, может быть, даже с ножика можно с первого раза убивать, но это вряд ли. Это такое, я думаю, бывает только в Скайриме, если прокачаться. Я не знаю, там с ножиком не бегают. Там ножей вообще почти нету, там клинки только. Но это я уже отдалился. Интересно, зачем? Ну ладно, давайте. В следующем выпуске вас ждет захватывающая сцена, как я пытаюсь уехать. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!